Люди с поэзией и прозой в душе объединяются. В начале июня в Большом Болдине пройдет 4-й слет молодых литераторов. Ожидается около 150 авторов из разных регионов России. Я жду от нового слета, опять-таки, новых свежих людей. Возможно, какие-то новые программы, новые идеи, например, не знаю, например, приз зрительских симпатий, какие-то новые мероприятия. В прошлом году мы посетили прекрасный спектакль в Большом Болдине. Программа действительно будет насыщенной. Конкурс молодых литераторов по направлениям – поэзия, проза и авторская песня. Участие в пушкинском празднике, мастерские, лектории от авторов и, конечно же, экскурсии по музею-заповеднику Болдина. Собрание молодых литераторов вместе вдохновение – это событие очень сильное и очень важное. Люди собираются по интересам, делятся своими успехами или результатами своих размышлений. И мне кажется, это необходимо, потому что литераторы, как правило, люди, бывающие глубоко в себе, глубоко думающие. В числе экспертов слета известные нижегородские поэты и писатели, редакторы литературных изданий из разных городов страны. Меня поразило качество текстов молодых ребят. Это настоящая литература. Да, им надо работать, да, с ними надо работать, да, надо им подсказывать, помогать. Но они готовы учиться, и видно перспективу у всех у них. Стать участниками слета еще можно успеть. К участию допускаются авторы от 18 до 35 лет. Для участия в отборе на слет необходимо присоединиться к группе слета в социальных сетях и опубликовать 3 своих произведения. Сделать это необходимо до 5 мая.